Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале о том, о сём с Ксюшей. Этот канал из Норвегии, о Норвегии и о жизни в Норвегии. Еще мы немножко готовим, болтаем, собираем грибы, ягоды. Ну, в общем, и о том, и о сём. И сегодня я вас приглашаю в гости к маме. Для тех, кто впервые на моем канале, хочу сказать, что мои родители беженцы из Украины в Норвегию. И живут они сейчас в Норвегии, пока в Украине идет война. В Норвегии, как беженцам, им оплачивают квартиру, свет и интернет. И еще выплачивают социальное пособие, на которое они живут. Если кому интересно, загляните на мой канал. Там вы найдете целый сериал для беженцев. Мама тогда на базаре была, он лука купила. Сколько килограмм? 20 килограмм. Сейчас сухнет, потому что мокроватый был. На моем канале найдете видео о базаре. Сейчас мы посмотрим распаковку. Мама была в каком магазине? Киви. Киви. Давайте. Гости будут. Гости у нее будут. Будут пирог петь. Будет пирог петь с грушами. Этот пирог, рецептик найдете тоже на моем канале. Сколько эти груши стоят? А я знаю, 29 крон. Норвежские груши. Вот это я люблю. Так, это хаки-томаты, резанные томаты. Они около 10 крон, по-моему, но штучка. Нет, по-моему, 6 или 7. Купила две капусты. Капуста сейчас в Норвегии 7,90 килограмм. Она будет квасить капусту. Квасить и голубцы, и гостям. Крон. Ну, конечно, крон. А что у нас еще тут? Так. А вот курочку купила. Купила курочку. Ну, она такая, по-моему, у нее есть цена. О, сколько? 70 норвежских крон. Вот курочка. Ну, дуже вкусная. Очень вкусная. Хорошо. Это соус купила на салатик. Соус 39 крон. Это паштет, ливер, паштет. Паштет. Печеночный паштет. 25 крон. Хлеб 19 крон, буханка. Фамилия Брю, вот смотрите. Хороший хлеб. Сметанка. Сметана. Тоже сколько? 19 крон, по-моему. Да, 19. Колбаска. Это мама любит так по чуть-чуть резать и кушать. Да, 70. Стоит 70 крон. Она говяжья, говорит. Нет, это не пассивная. Это мужу бананы. Папа бананы любит у нас. First сколько? 19 крон. 19 крон килограмм first приз. Не любит, а положено кушать. Так, молоко. Яйца. 18 яиц. И кока-кола. Вот. А в общей сложности покажи мама квитанцию. Ой, папа тут он сидит, вам он смотрит. Он очень любит смотреть, когда приходят с магазина. Я люблю кушать, не волнуйтесь. И кушать любит. Ну, капуста, не знаю, она не жесткая. Мы же квасить будем. А? Будет мама квасить. А квасить другое дело. Так что можете мыть не жестко. Так, посмотрим, сколько она потратила. 536 крон. Вот ей хватит. Как-то будет делать голубцы. Фарш у нее раньше был. Да, если еще теперь открыть холодильник, еще морозилку столько подрываться. Давайте посмотрим, что у них в холодильнике. А вот смотрим. Йогурт, сметана, колбаска вот такая. Они очень любят. Она правда очень вкусная. Такая колбаска. А мам, у тебя тут еды? Сосиски. Это я не знаю. Бекон, яйца, варенье, сыр, паштет. Угу. А вот это что? А, это вот это от обеды, да? Это обед, когда мама у меня начнет, папа кушает обед. Около 70 крон. Тут у них хлеб, это масло, паштет, ну, в общем, сыр. Такое обычное. Вот еще капуста есть, черника. Рыба нам соленая. О, селедочка. Не селедочка, а макрель соленая. Ням-ням-ням. Тут вот у нее она же была на рынке, на базаре. Купила огурчик, морковочка. А здесь у нас что?
тоже он чесночок, огурчик. Огурчика у тебя, кстати, много. Авокадо. Еще помидор. Вот так вот. Ну, тут майонез, молоко. Ну, в общем, вот это вот очень вкусный соус. Рекомендую. Масло сливочное. Лимоны. Вот как-то так. Морозилки у нас. Что тут? У нас тут хлеб. Мороженое. Хлеб, мороженое. Ой, ну тут много всего, тут вообще и фарш она по распродаже покупает, ну, в общем, видите, пицца, рыбка. Мои хозяева. Угу. Далее вот ее угостили треской. В общем, как-то так. И рыба. Ну и рыба, которую мы ловили, макрель. В общем, как-то так, ну, кушать достаточно. А вот помидорки, смотрите, какие красивые. Ой. Ну, в общем, как-то так. Все, помахайте ручкой. Хаде. Пока-пока. Хаде. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал «О том, о сём с Ксюшей». Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может, просто интересен. Пока-пока.